В целях обеспечения безопасности и во избежание непредвиденных ситуаций и несчастных случаев в Крещении Господне в кризисном центре департамента по ЧС прошел брифинг с участием специалистов управления по чрезвычайным ситуациям города, спасателей и священников храма Казанской Божьей Матери. В ночь на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня. Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к природным источникам воды. По древней традиции, несмотря на мороз, многие купаются в прорубях. На брифинге священнослужители рассказали о правилах поведения на воде. Окунаясь в святую воду, это все-таки традиция народная. Вот. И церковь, она как бы и не отвергает, и не принимает это, но... А вот все равно мы должны с благоговением подходить вот, к этому событию. Если кто-то хочет искупаться в этот день, пожалуйста, приходите, вот, погружайтесь в воды, только с благоговением. Конечно, нежелательно вот, совершать это в пьяном виде, потому что мы знаем, что вот, очень многие люди, как бы не понимая этого, без благоговения приходят, окунаются, вот, начинают веселиться, мешать другим людям. Вот, и из-за этого часто происходят такие... Вот, события чрезвычайные. Для купания населения в текущем году будет организовано несколько специально оборудованных мест. На каждом участке во избежание несчастных случаев будут установлены круглосуточные дежурства. В 7 часов утра мы будут дежурить наши сотрудники, это 8 спасателей водолазов и 2 единицы техники. А также со стороны департамента, отдел ликвидации и отдел развития языка мы будем непосредственно выезжать, проверять данное дежурство и смотреть за массовыми купаниями. Также будут дежурить наши врачи-спасатели, это центр медицинской катастрофы, 3 человека и 1 единица техника. Так как холодная вода, организм людей у разных, и где необходимо будет оказать первую помощь, мы окажем первую помощь и довезем до ближайшей больницы. Священники отмечают, купание в ледяной воде не является обязательным условием празднования Крещения Господня. Самое главное, чтобы православный помолился, выпил святой воды и окропил ею свое жилище. Это тот минимум, который должен сделать человек в праздник Крещения Господня. Процедуры купания в период празднования Крещения состоятся 19 января с 24 до 7 утра. Освящать воду священники в храмах начнут еще с вечера, 18 января, после вечерней литургии. Прихожане могут набрать воды на территории храма и осветить ею свои дома. Динар Мусаева, Ербол Махашев, Онтусты, Акпарат.